Следующий вопрос. А вы разумеете, что болгарин не может выступать за сборную Украины на чемпионате Европы с футболу? Что значит не может? Интересно, то есть на нашей эстраде болгарин Филипп Бедросович может выступать, а наш болгарский метеор в наш футбол не может играть? Извините, а? Марк Аркадьевич. Да, Аркадий Маркович, вы вообще думаете, что говорите? Если вы конкретно что-то там не можете, не надо равнять всех по себе, понимаете? Следующий вопрос. Тренер, это что? Золотой унитаз? Який унитаз? Ну ти, Петя, це ж Кубок Євро 2012. Отнеси до мене на другий поверх, в кабінет, там що поруч спальня. Ну ти, Жора. Я Толя. Ну, Поля. Так, що в носках, вивалюй. Так, носки, а не очі на мене. Бігом, бігом, давай. Ласки мені. Отдыхай! Пиво, алкоголь, оружие есть! Да! А драться будете? Да! А на поле выбегать футболиста убить будете? Да! Тоді проходьте! Да! Мені сьогодні якраз ні одна з команд не нравиться. А мені теж. Так, следующий. Аквамон! Що ти вилупився? Привыкай ты в Украине, парень! Что ты свистишь? Так все отошли, все отошли. Вон, вон! Я тебя запомнил, козел! Иди сюда, иди сюда, стань сюда, я с тобой сейчас разберусь. Я понял, желтая, ну что да. Там разбираться? Так, так, слушай внимательно. Это дисконтная карточка от спа-салона, это от суши-бара, это от универсама. Версачи. Давай быстрее, да. Это от ресторана, это кинотеатр. Блин, я, кажется, красную и желтую карточки дома забыл. Ну ладно, я тебе пока покажу. Вот я тебе покажу дисконтную от спа-салона, но будем считать, что это предупреждение. Бери ты, ну ты... Кто? Нет, сам знаю. Скажи. А не буду тебе говорить. Не скажи. Ну как не скажи. Отвали. Не скажи. Так, следующий вопрос. Скажите, а зачем этот Зорица нужен нашей сборной? Ведь у него нет ни удара, ни скорости. Что значит зачем? У него есть опыт. Мы, если с немцами в одну группу попадем, он знает, как им противостоять. Он их уже однажды побеждал. А вы уверены, что он вообще разбирается в футболе? Я вам больше скажу. Он один из тех, кто однажды футбол придумал. Следующий вопрос, пожалуйста. Хлопчики, ну 5 хвилин до перерви, ну зрівняйте рахунок. Толік, а хто грає? Дніпро Динамо. А який рахунок? 1-0. А хто забив? Селізньов. На 34-й хвилині з пенальті. Що ще? Толік, у нас буде дитина. Що? Яка дитина? Коли? Хвилин через 30. Та ні, через 30 хвилин я не можу, у мене Ліга Чемпіонів. Толік! Добре, добре, одягайся. Поїхали. Слухай, може сама поїдеш? Толік! Та добре, добре, шутка. Поїхали. Як думаєш, в роддомі телевізор є? Толік, не розкавай. Алло, Нікітос. А що тебе там булькает? Где ти сидиш? Ну сиди. Слушай, купи мені какого-то Архімеда там. Как умер? Да. Ну тогда купи мне какого-нибудь математика хорошего. Да. Да, понимаешь, сынулька мой сделал ошибку в домашнем задании. Да. Я не хочу черкать в тетради там. Ну пусть этот математик докажет какую-нибудь теорему, что 4 плюс 4 равно 9. Да. От этого зависит оценка ж в четверти. И твоя жизнь. Ну давай, Никитка, давай. Все, пока. А, смотри, какие дядя бегают. Сын, а что бы тебе сейчас хотелось? Я хочу пойти погулять во двор в футбол. Во двор? Да ты что? К простым смертным. Они же тебя плохим словам-то научат, сынулька. Плохим словам эти. Нет денег, проблемы и так далее и тому подобное. Сыночка, ну ты что? Ну как же? Ты хочешь пойти в футбол поиграть? Да. Иди, все, давай, папе коньяк, давай, иди, там дядя Никитос все устроит, беги, сынулька, беги.
У складі збірної України заміна. Замість Андрія Шевченка на поле виходить Максимка. Сина мой! Синулька мой вийшов! Синочка! Рила, дай йому пасу! Тоді ребенок пас стоїть, жде 15 минут. Ти що там? Я тебе продам, я твою рожу запомню. Синулька, давай! Уйди з ворот, вратарь, пусть ребенок гол заб'є. Ти що, не понял, що ли? Синулька мой! Ой, ну... День сьогодні такий от хороший, от не скучний день. Синулька в футбол грає. Девочки, да что ж вы со мной делаете? Вы что, забыли, чему я вас учил? Где эти дриблинги? Где контратаки? Где взаимодействие? Где эти сильнейшие удары? Где ваши прекрасные сильнейшие удары? Тренер, вы про удары уже говорили. Ну и что, что говорил я? Про каждый удар могу говорить в отдельности. Так, мне кажется, вы все начали терять форму. Тренер, да мы в отличной форме. А сейчас мы проверим все на взвешивание. Раздевайтесь. Нет, бутсы снимать не надо, они практически ничего не весят. А вот майки снимайте, они у вас мокрые и очень тяжелые. Снимайте. Так, сейчас мы поймем, кто из вас ест после шести, а кто вообще ничего не ест. Так, становитесь, да. Петрова. Отлично. Отлично. Так. Сидорова. Сидорова. Хорошо. Лена, нормально. Тренер, ну а я как? Лучше всех. Так я это идти могу? Нет. Пока нет, Кравцова. Я слышал, ты на поле кашляла. Ты не кашляла. Мы сейчас проверим. Я буду слушать. Хрипы в груди. Вам, наверное, стетоскоп понадобится? Нет, Лена, стетоскоп нужен всяким начинающим врачишкам. Я 20 лет в большом футболе. У меня ухо чуткое, его не обмануть. Дыши. Дыши. Не дыши. Еще так чуть-чуть подышим и опоздаем на второй тайм. Да. Действительно, что расселись? А ну, собрались все, быстро! И на поле, на второй тайм! Высоко поднятыми коленями бегом! Марш! 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 Ёлки-палки! И хотел же стать терапевтом. Но все равно обожаю свою работу. Можно, Павел Павлович? Здравствуйте, Павел Павлович. Здравствуй, здравствуй, зам мордастый. Ну, какое я тебе задание поручал? Чтоб я сдох. Придурок, до этого. Придумать церемонию открытия. Придумал, давай, рассказывай. Вот этим ключиком вы должны будете открыть стадион. А на ворота мы натянем огромный холст, вы подойдете к нему и прорвете носом. Каким носом? Вот этим. Вы представляете, весь стадион. Скажите, как его зовут? Пау, та-ра-да-ра-да-та-та, Лыч, та-ра-да-ра-да-та, Пау, 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 Лыч. Я сейчас тебе прямо в лыч. Вот я не знаю, что сейчас с тобой сделаю, кретин, идиот, скотина. У нас же бюджет открытия 200 миллионов. Ты хочешь, чтобы я вот этим носом бумагу рвал? Да я тебе этим ключом сейчас рот порву. Я тебе этот нос знаешь сейчас куда засуну? Не спешите, там еще бюджет за прошлый месяц. Ты бы еще предложил мне закопать на стадионе 5 золотых медалей, сказать крэкс, пэкс, пэкс, чтобы потом из этого выросло дерево с золотыми медалями. Да? Вы что, мои мысли читаете? Я не знаю, ты меня сейчас убьют, скотина. Иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Буратино недоструганное, ты у меня будешь всю жизнь азбуками торговать. Ой, ядритесь. Ой, страна. Дураков. Если поверить, что ты болгарин, после пресс-конференции столько же получишь. А теперь Христо Зорица сделает официальное заявление. Заявление. Я очень благодарен
Марк Аркадьевичу Аркадию Марковичу за предоставленное мне место в команде. Я нахожусь в отличной спортивной форме и сделаю все, чтобы наша команда победила. Скажите, а вы могли бы для нашего спортивного издания подписать мяч? Да. Мяч подписать! Мяч круглый, вот! А, круглый. Пресс-конференция окончена. А деньги?